Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами Snow King. И сегодня мы пройдем мод на Half-Life 2 под названием Rising Hand Bower Salvation. Это, в общем, мод, как, знаете, давайте сделаем вид, что это DLC по такому же моду, который так называется. Короче, это история Григория, отца Григория, короче. Будем сейчас проходить ее. Идет загрузка. Если что, кстати, я скачал русификатор, там есть это, будет сегодня... Ой, сегодня, блядь. Будет, короче, русские субтитры. Так, я пропускать не буду. Ну, тут какая-нибудь заставка есть. Кстати, огонь красивый. Так. I have cried out to thee, and thou hast heard me. Ravenholm rests for no man. It is time to leave this town behind. Блять. Не могу нормально, блять, привыкнуть к этой мышке чертовой. Так, это, короче, мы проводили этого Гордона. Ну, мы. Нас проводил здесь это Григорий. Мы сюда спустились. Сейчас мы играем за Григория, короче. И... Куда нам надо? Смотрите, видите, сколько тут трупов. Так. Oh, light of lights. Guide my hand. Ravenhall must be put to the torch. I fear few supplies remain within the town. Господи. Sanctuary will provide. One final time. Так, ладно, уходим. Так, если что, я на высоком уровне играю, так что, наверное, будет здесь как-то сложновато. Ух ты! Вот она, церковь, да? Здесь есть что-нибудь? Так, ладно. I must find my way into the church before it is altogether claimed. Так, ладно. Ай! Пинок? О! Блять, чё, синтропизировал, спиздили? Да я, в принципе, не против. А то у нас вообще нет никакого ближнего оружия. Так, погоди, а там всё. Погоди, чё? Я не понимаю, как делаются рывки. Ладно. В принципе, они мне не нужны. Блядь. Минус нога. А чёрт. Твою мать. Да. Не, ну ноги, конечно, здесь хорошо спа. Да ладно. Нифига себе, у тебя нога стальная. Так, мы в подвале. Точнее, в погребе. Загрузка.
Жалко, здесь нет прицела. Капец, что-то долго грузит. О, господи. Так, тут закрыто. Это, я так понял, наш дом, да? Так, ладно. I should take whatever I can. When I leave this place, there will be no turning back. The time for confession has passed. The light can guide me, but it is I that must make thy guidance true. Прикольно. То бишь, мы тут сейчас изучаем наш дом, точнее дом и Григория. О, light, if I am to be called upon thee, give me strength and allow me passage through the dead unscathed. Then I shall deliver your message. Гвоздемина, а? I carry the Lord's words with me. I have little use for the texts now. Now, it is time to brave the town. I must conserve my ammunition. I cannot hope to free them with bullets alone. When I have made my escape, I shall have a decent meal. Погнали! Ух ты! На! Вот это я понимаю. DLC. Так, DLC. Можно за Григория играть. Не, прикольно, по сути. Блять. Блять, они просто двигаются прям, я не попасть в них не могу. На. Получай. На, да блять. Получай. Блять. Так, ладно. Все, минус патроны. Осталось только мина. На. Получай. Какая... Блин, ну я чувствую, этот мод, походу... О, патроны. Этот мод будет какой-то хардкорный, потому что патронов мало дают, оружия только у меня, походу, маловато будет. Ай. Ну давай. Чего? Так. Чего? Это необычно. This pyre will deliver you, Jacob. You shall become the light that frees those who have loved in their truest form. Ничего, его надо сжечь? Давай попробуем. You peace from this place, the chaos. Go and join your family in the place of glory. Flee from the desertions
of the Demiurge. Окей. Странно, ну ладно. Так. Что, сюда бежать? Минус. У нас что-нибудь есть здесь? Блин, здесь это, пожар. Значит, нам сюда. Это не патроны? Я дом патроны, блин. Обидно. Походу, патронов я не дождусь. Где ты? Блять. Все, теперь я вообще без оружия остался. Блять. А, у меня фонарь есть. Что делать? Муравью хуй переделать, как говорится. Так, что, хочешь сказать сюда мне? Твою мать. У меня дом там... Ой, дом, блядь, дым дамажит. Надо быстрее бежать. Воу. Что за... Annabelle, I wish not to hide from you, my love, but there is nothing more I could do. Офигеть. У нас... Это... Блин, это прикольно. Я надеюсь, меня там тут пугать не будут. Так, а мне что, сюда? Походу, да. Да, скажи сюда, нет. Твою мать. Чёртова тварь. Блин, патронов вообще прям маловато. Так, ладно. Куда мне топать? Я ж думал, да, этот зомби кряхтит, хоть у меня уж нет хоть краба. Вообще не густо с хпшками у меня. Блин, мне не нравится, мне что-то не нравится моя чувствительность. Почему она так себя ведет? Блять, ну ударь ты ее нахуй. Походу придется так ходить. Слушайте, мне пока мод нравится. Такой необычный прям. По крайней мере, я первый раз, это, знаете, первый раз такой вижу, что историю Григория это дают нам, показывают. И озвучка причем прям хорошая. Ой, блядь. Че, издеваешься, блядь? Ты еще живой? Охренеть. Да ладно, все... Чего?
Ты... Чего? Это... Было странно. Чего? А чё... Погоди, ты так... Ты серьезно сейчас, блядь? Да нет, блядь, ты... Ну нет, блядь, да ну... Да ну нахуй! Я не верю, блядь! Нет, нахуй, я не согласен с этим. Блядь, тут что за... Ладно. Хуй с тобой, золотая рыбка. I have cried out to thee, and thou hast heard me. Ravenholm rests for no man. It is time to leave this town behind. Простите, ребят, но придется на легкий переключиться. Light of lights, guide my hand. Ravenhall must be put to the torch. I fear few supplies remain within the town. My sanctuary will provide one final time. I must find my way into the church before it is altogether claimed. Я просто, блядь, сейчас просто вас игнорировать буду. Это ж полная жопа какая-то. Ну просто, блядь, охуенно. Это либо такой баг я словил, либо это так специально сделали, блядь. I must conserve my ammunition. I cannot hope to free them with bullets alone. Так. Короче, не будем тратить на них патроны. Ravenholm must be put to cleansing flame. Only then can I be sure. No more souls are claimed by this wretched town. No worse of me. Не попадешь, тварь. Минус. Ой, боже, это полная жопа какая-то. Вот это мне мод, конечно, подставил. Такая падла, блядь. Давай. Не заебывай. Да, блядь. Так, сюда вроде, да? Так, успокойся. О, уже попал.
почему тогда не сработало, не понял. Так, окей. What was once the heart of this community overcome with rot. May the light let loose a spiritual purge. Твою мать! Сука! А, сейчас сработало сохранение. Твою мать! Да, сука! Да отребись ты, блядь! Тварь противная. Так. Сохраняемся. Блядь. Так, гранату ты не использовал, да? А теперь использовал. Эй, хорош. Блять, еще один. Все зачистил. Так, надеюсь, патронов хватит. Минус. Да, блядь. Как же, блядь, неудобно, сука, на мышку клюсика нажимать, блядь. Сука, все-таки дотянулся до меня. Патрошки появились. Ёпты мы. Спасибо за хпшки. Чё тут? Какие странные места. Так, давай, залазь. Куда я, блин, залез? А я туда могу? Нет, не могу. Ясно, понятно. Только зря, блядь, прыгнул. Идиот, блядь. Сука. Ну нажмись ты! Блядь, нет, нахуй. Мне надо на другую клавиатуру, на клавишу.
Так. Да хотя бы на Т, блядь. Чтобы было проще. А ты на колесико мышь, это пиздец как неудобно. Сука, сдохни. Сестра София, may this sacrificial flame be your passage. You shall guide them to the Lord and liberate their souls. Не ори. О, блядь. Сука. И куда его заливать? А, надо сжечь его. А зачем мы это вообще делаем? Просто чисто, чтобы упокоить... Указал, что ли? I entrust you with radiance, dearest Sophia. Depart and reunite with your kin. Ебать их тут. Блять! Серьезно, блядь? А, нет. Все нормально. Блядь, какие же здесь стрёмные места, блядь. Что мне напоминает это, этот... Underhell, блядь. Да, блядь. А если тут меня еще будут пугать, блядь, это вообще пизда нахуй. Прям вылет Underhell. Стой ты. Минус. Фух, так. My footing passing along this ledge. Yes. О, боже. Сука. Ой, так, ладно. Блять, на высоком уровне сложности здесь это надо вообще, наверное, на стрим проходить. А мне, кстати, интересно, может быть, в высоком уровне сложности только одна жизнь? И нельзя вообще умирать? Надо будет почитать. Нет, не написано ничего такого. Сука. Минус. А тут у нас все заперто. Да, блядь. Что-то все больше и больше этих зомбайнов. Ёпта, сколько тут мусора. Что это было?
Что тут у нас? Гони сюда. Ёпта, их там сколько? Не туда, надо топать, походу. Ты чё, блядь, давай. Да, блядь, зал... Серьезно, блядь. Ой. Что-то мне это не нравится. Мне куча аптечек дает. Блять, я не могу попасть в него. Нифига. А чё он такой прям? Это так нормально? Какая-то жопа происходит, конечно. Блять. Ой. Ай, блять. Так, я понял, нам походу сюда надо. Нет. Сюда? Серьезно? Как ты так угораздил, чувак? Ай, ладно. Пойдем сюда. А вот и я. Что-то тут их много. На тебе. Так, патроны нужны. О, патрошки. Ну возьми патрон ты, блядь. Твою мать. Успокойся. Так, ладно, сюда, наверное, пойдем. Еще один. Ах ты, сука. Так, ладно. А, я правильно иду. Я так понял, кроме Винчестера мне ничего не дадут, да? Jonathan, as the flames embrace you, let them be the conduit for your soul's emancipation. Что? Ты кто такой? Твою... Ты жив... А, да? Готов. Так, и куда мне... А, понял.
comfort in the Lord's embrace. Молодец. Сука, промах. Блять, вообще заебись. Ни патронов, ничего, блять. Я чё, зря сюда пришёл? Oh, light of lights! My will is almost done. Allow me to serve for but a moment more, and all will be made clear. Не, ну это ж пиздец, блядь. Товарищи. Беги, беги. А куда бежать-то, блядь? Фух, съебался. Короче, я так понял, надо от этого уёбка убегать. As they approach their final hour, twilight will not wait for long. Ебать, а что с небом? Ой, я пришел на выход. Только не походу сюда. Сюда походу. Нет. И не сюда. Так. Вы мне, может быть, патроны дадите? Здесь патронов. Ладно, хрен с ним. А мне эта вода дамажит, да? Нет. Могу лезть. Точнее, плыть. Давай. Блять. Ладно, так. Вылазим. Да блять. Ладно. Да, слышите, у меня кто-то со мной разговаривает. Мне не сюда? Тогда куда мне? Как странно. Очень, очень все странно.
А, он не сюда. Чё, кого? А. Я это открываю. Понял. Все, уходим отсюда. Уходим, валим. Я иду к тебе. Надеюсь, там не надо ничего больше открывать. Perhaps the warehouse by the waterfront. Да ладно. Че, серьезно? Ёб твою мать. Тебя вообще можно убить? Есть ли смысл тебя вообще дамажить? Ах, красиво. Сосни. Да, блядь, попади. Давай. Кто на меня? Ай, молодец. Ай, молодец. Фу, еще один, что ли? А где еще эту канистру искать? Вы бы хотя бы подсветили бы, что ли? Здесь я точно не войду. А, во, нашел. Подсвечивает все-таки. Да, канистра это моя. Так. Бегом, бегом. Еще третья канистра должна быть, да? Как же сложно, блядь, с этим оружием. Ёпты. The generator needs more fuel. Maybe there is still some in the village. Больше топлива. Давай. Кто еще? Блять. Напугал. Тише, пацаки. Я мирный. Да возьми ты, ёбаный топливо. Боже, блядь, их тут так дохуя просто, блядь, хоть жопой жуй.
Че, конец-то не подсвечивается. А, молодец. Давай, давай. Come forth now, my flock, and be redeemed. Валим отсюда. Все, валим. Все открылось. Все, нюхайте, бебру, твари. The way is clear. I must get to the boat. It is time to bid Ravenholm farewell. На какой лодке? А, бля. Надо быстрее. Фу, блядь. Hannibal, I carry you with me. I pray for the day. I need not use your strength. Кто-то сидит? Там кто-то сидит, походу. Так, ну ладно. Ну вот, короче, мы прошли такой мод. Что я могу сказать? Что-то меня прям очень сильно огорчил. Это, походу, был какой-то баг. Короче... Мод, короче... Ну, давайте так скажем, это мод прикольный, но что-то очень много зомбарей и маловато патронов дают. Даже пушки не дают никакой. Ну, вот такое вот, не очень прикольно это сделали. Хотя бы какое-нибудь оружие бы ему дали тоже еще. А то с одним винторезом бегать, это вообще как-то тупо. Ну вот, короче, мы прошли мод... Что, будем тогда заканчивать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставьте комментарии. Увидимся на следующем видео. Пока!